Тюменский «Рубин» в овертайме одержал победу над санкт-петербургским «Динамо». Лидировал в пятом матче финала Кубка Петрова 2022. В овертайме со счетом 2-1 и стал обладателем трофея. Кубок привезли, чтобы показать тобольской команде «Ангел Сибири», а заодно провести мастер-классы для хоккеистов, поделиться опытом и воодушевить ребят на будущие победы в новом сезоне. В каждой команде есть ребята перспективные, просто надо заниматься усердно, надо серьезно относиться к своему делу и всегда с желанием, самое главное. У каждого тут горят глаза, ну, поиграть в большом хоккее, так сказать. Нас еще по осени звали родители вот этих ребятишек, то есть находили нас в соцсетях, писали, приедьте с мастер-классом. Как мы приедем, у нас сезоны. Мы вот еще с осени обещали, вот выиграем кубок и приедем. Ну и, видимо, ребята поэтому и выиграли, ответственность чувствовали. Воспитанники разных возрастов получили драгоценный опыт на льду и новые хоккейные навыки. Вместе с игроками «Рубина» хоккеисты отрабатывали скоростное катание, маневренность, владение клюшкой и популярные финты. С ребятами максимально интересно общаться из-за того, что они не настолько много старше нас. Хочется добиться больших успехов в хоккее, так же, как и эти ребята. Мы учили делать хорошие броски, хорошие пасы. Это мотивационно, все равно же смотрим этот кубок вживую и охота добиться таких же успехов. Хоккейный сезон закрыт. Тобольск – это вторая точка на пути тюменского «Рубина» в небольшом турне по югу Тюменской области. Команда продолжит свой путь с показательными мастер-классами. Впереди Тюменский район, поселок Богодинский, Вензели, Червишево. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, «Тобольское время».